Привет, друзья! В предыдущем фильме «Регринт» булатного ножа и ножа из быстрореза я последовательно показывал нож, его проблемы, значит, сведение толстое было, и значит, в дальнейшем регринт, заточка и исправление ножа, так сказать, нацеленность на резак. Вот, значит, я не удержался перед окончательной заточкой, сделать тест. Значит, хотя здесь сведение вот 0,3 мм, это очень тоже, с одной стороны, рискованный такой шаг, 0,3 мм, здесь тоже 0,3. Этот нож, вообще тоненький. Но мы постараемся где-то вот здесь, в этом месте, возле рукояти, недалеко от рукояти, значит, попробовать вот резануть гвоздь. Вот у нас два гвоздя, значит, мы попробуем стружку снять и посмотреть качество стали. Здесь 66 единиц по Роквеллу, здесь 65 единиц, то есть закалка очень серьезная. Вот здесь только одно опасение, чтобы режущая кромка не выкрашилась. Как-то так. Так, вот у нас съемка РК перед началом теста, перед началом стругания гвоздя. Значит, продолжаем. Булатный нож. Сейчас постараемся мы максимально приблизить изображение. Так, здесь видно, как состругивается. Мы видим, вот стружка падает уже. Так, значительное такое. Видим ощутимые такой стружки металлические, вот на гвозде видно, вот в этом месте конкретно, вот видите. Вот это все вот стружки вот гвоздя. Здесь такая мощная, в общем-то, вырезка. Так, давайте будем смотреть сейчас микроскоп, что у нас получилось. Так, это вот режущая кромка булатного ножа после теста стругания гвоздя. Как я не пытался какие-то следы найти, что-то вроде какое-то незначительное, вот эти вот темные пятнышки, кромка достаточно ровная, какого-то искривления или сколов, ничего абсолютно не видно.
просто замечательно, я очень доволен. Так, ну вот это вот стружка такой, заусенец, который вот снялся вот булатным ножом. Что могу сказать? Вот этот булатный нож, очень я доволен сталью. То есть при таком сведении 0,3 миллиметра стругать гвоздь, ну абсолютно никаких там у него ни сколов, ничего нету. И вот этим ножом, что только мы не делали, и кости рубили, и свиной позвоночник. Единственное, там сведение было побольше, потолще. Сведение спусков. Вот. Сейчас уменьшили вот это сведение. Но мы видим, он на гвозде себя замечательно показывает. То есть, ну, я очень доволен. Итак, мы подвели итоги теста. Всем пока. Спасибо за просмотр. Кому понравилось, ставьте лайки. Подписывайтесь на мой канал. Всего хорошего.